60 мастеров и 30 творческих коллективов в этом году станут участниками межрегионального фестиваля «Оберег». Итоги фестиваля «Оберег» будут подведены в субботу, 30 октября. В каждой из 4 номинаций жюри определит по 3 победителя. И только одному участнику достанется главный приз – кубок «Гран-при». Кроме демонстрационных мероприятий, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и обучающие лекции от экспертов Сергея Глебушкина и Варвары Зениной. Мне хочется, чтобы, несмотря на начало зимы, в этой сегодняшней гостиной обстановка была самая теплая, самая душевная, самая любвеобильная к из нашей общей истории. Удачи вам, плодотворно поработать за эти 2 дня, определить победителей, ну и просто пообщаться друг с другом. 30 и 31 октября прямую трансляцию с главного фестиваля осени можно будет смотреть в официальных группах ВКонтакте «Оберег» и Котласского дворца культуры.